были бессонные ночи на самом форуме, были там часы подготовок, и после защиты на конвейере проектов грант был выигран в размере 150 тысяч рублей, но это оказалось, наверное, небольшой частью в той работе, которую мы проводим, потому что когда деньги выиграны, то есть ресурс есть, и нужно делать само дело, на которое ты заявлял в этом гранте. Хочу также отметить, что тут опять же были эти бессонные ночи перед подготовкой к фестивалю здорового образа жизни «Здравый смысл», который прошел на территории спорткомплекса «Партиком». Прошел он с большим успехом. Вот хотел бы поделиться с вами ключевыми показателями, которые мы получили по окончанию. Было проведено 18 мастер-классов на трех тематических площадках. 457 участников приняло участие в нашем фестивале здорового образа жизни. Было получено 128 упоминаний в средствах массовой информации, и охват в социальных сетях составил 234 452 человека. То есть результаты довольно-таки серьезные, они даже превзошли те, которые мы заявляли, когда защищали грант на конвейер проектов. Я думаю, у нас все получилось. В этом году также будем заявлять подобные гранты в этом конкурсе в 2015 году. Я надеюсь на успешный исход.